Ну как там на заводе, пацаны? Заткнись. Алло. Здравствуйте, Настюша. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я прошу прощения за беспокойство. Вы, наверное, меня не знаете, вот. Анастасия, вот. Вы, я дедушка парня вашего. Ну да, я поняла уже. Да, вы же меня простите, просто уж... Да ничего, вы что? Я хотел узнать, как у вас с ним вообще там все ладится, не ладится, как вообще ладите там друг с другом в целом, да? Ну, так, да. Не обижает там вас засранец? Нет. Точно? Нет. Да, точно. То он у меня а такой. Что, плохой? Он у меня, это сам, да нет, он у меня-то парень неплохой, просто стесняется, вот. А я это самое, вы знаете, я как бы, ну, переживаю просто за вас. Очень хочется, чтобы, так сказать, все же хорошо-то было. То сколько у него это было, всего-то и не получилось, то не то, то не там. А вот вроде, говорит, нашел себе идеальную это. Ну, так я же спрошу, думаю, как же там у вас в целом, вот. Любите, да, друг друга? Да, все хорошо пока что. Ну, это хорошо. Пока ничего плохого не было. Ну, это хорошо. То он это самое. Мы с ним вот общаемся довольно так и, скажем, близко, да. Ну, как мужчина с мужчиной, понимаете, да? Вот. Угу. Вот, рассказывал мне то, что там у вас уже было, да, вот это уже там, ну. Ну, как бы. Да? Ну, было уже, да, секс. Нет. Не было? Как не было? Нет. Как не было? Вот так. Че, набрал, что ли? Наверное. Вообще ничего не было, что ли? Как не было? В смысле не было? Вот так. Не понял. А он мне сказал, он же просто, сами понимаете, вот это вот очень важно в отношениях, чтобы все было... Это самое, ну я... Ну, может, поэтому он вам так сказал? А, то есть у вас не было, да? Нет. Ха, интересно, он у меня, конечно, что-то совсем он деда ни во что не ставит-то. Ерунду что-то сказал, да, получается, так, зараза. Ну, я у него спрошу, зачем он так сказал. Интересно, так он сказал, там у вас и было, и это самое, и как его, и поцелуи, так сказать. Ну, может, он сказал, ну, поцелуи, да, были. Ну, я имею в виду, что минет вот это был, чи не? Да? Нет. Не было? Нет. Как не было? Да ничего такого не было. Не понял, а вот сколько вы вместе... Недавно. А, и это самое. Насколько это недавно, да? Совсем недавно. То есть и не было, да, еще ничего? Нет. А, это он, наверное, не про вас говорил. Я понял. Ну, возможно, да. А то он говорит, там у нас и так, и сяк было. Я, говорит, ее крутил, как на шампуре. Но, может быть, он вам про свою бывшую девушку рассказывал? А так у него их много было, я уж, это, не, Настя, это ж правильно, а Насте дозвонился? Да, да. Ну вот он говорит, я, говорит, Настю, это самое, и так, и сяк, как мясо на шампур, говорит, накручивал, это самое, что, не было? Не было такого, чё, зараза, вот вруна. Он говорит, он мне тут рассказывает, говорит, я нашел идеальную, говорит, представляешь, дед. Она на мне крутилась, это самое, как юла вот эта вот, крутилась, говорит, крутится, говорит, прихожу, она на меня нападает и сразу. У меня, говорит, там, я, говорит, думаю, что она беременна уже. Я вот и звоню узнать, что там, да? Серьезно? Нет, да, не было. Нет. Да что за бред, не пойму я, что это он мне тут сказки такие рассказывает, а? Может, вы меня перепутали с его бывшей девушкой? Да что, тоже Настя, что ли? Нет. А, ну нет, я не знаю, как его зовут. Да нет, это он, наверное, просто
Наврал мне, зараза такая. Просто я что, смотрю, ты что, говорю, вроде... Он говорит, нашел вот идеальную, я, говорит, с ней и так, и сяк. Она, говорит, на мне крутится, как мясо вот это на шампуре, говорит, жарю, жарю, как мясо на шампуре. Я говорю, ну ничего себе, думаешь, беременна уже, что, говорит, да, говорит, наверное, уже и беременна. Я говорю, ну позвоню, узнаю, может, хоть как там, а, самочувствие. Может быть, он просто пошутил вам, так сказал. Да не, что же это самое. Так, а что, не было, что ли, ничего? Даже писем не это, вашу не видел? Не понял. Нет. Даже писем не показывали ему? Да нет. Вот это, брат. Ну и врунишка на меня, господи. Ха, ничего себе, блин. Вот это да, вот так вот берет деду, да? Ай-яй-яй-яй-яй, засранец какой. Ай-яй-яй, да? Я спросите вот у него, потому что, ну, нельзя ж так, мы ж с ним вроде как друзья, все-таки дедушка, мы с ним всегда, никаких у нас секретов. Я спрошу. Я ему тоже рассказывал, как я свою, это, ну, бабушку его накручиваю каждый день старостью, вот так вот. Говорю, что годы, они, ну, сила мужская, она с годами не угасает, вот про что я, понимаете? Анастасия, я вот тоже его бабушку, каждый просыпаюсь с утра, она мне раз, я ей туда-сюда и накручиваю ее, как это самое, как по бубену стучу по ней, она на мне крутится вот это, как мясо на шабуре. Сегодня тем более ж праздник, так я ее уже два раза покрутил, блин, а? Вот. Поймите меня правильно, я человек простой, нет, вот, понимаете? Вот, у меня и вот внук такой же тоже, он бескомплексный. Ну, то есть, понимаете, все же любовь, она же сводится к одному, понимаете, да? Вот. Вы не переживайте, главное, секс, чтобы был, значит, регулярный, два раза в день, это как минимум. Вот, мужчина надо, чтобы ему с проглотиком было, чтобы проглотить это все. Это придает силу и уверенность мужчины в будущем с женщиной, понимаете, Анастасия? Вот. Да. Он, кстати, мне рассказывал, что ему он любит письку лизать. Если что, вы это не стесняйтесь, вы разрешайте ему это делать. Он это его вообще страсть. Он мне рассказывает, говорит, я как вижу, говорит, это говорит, так говорит, не могу я отлипнуть от нее. Поэтому как он придет в следующий раз, прям можно сразу его головой туда окунуть, блядь, чтобы он там, гад, блядь, и не вылазил оттуда. Понятно? Да, хорошо. Ну все, Анастасия, все, значит, я с ним еще поговорю на эту тему. Брехун такой рассказывал, говорит, прихожу, говорит, к своей, к Настеньке, к своей вот этой вот новой, которая идеал мой. Она, говорит, на меня залазит так хорошо, как мясо маринованное на шампур. И я ее кручу, это как на, ну, на огне жарю, она мне огненная, говорит, представляете, да? Зараза. Я понял. Ну, может, он пошутил просто. Да какой там пошутил? Ладно, я пойду, это самое. До свидания, Настя. Это, привет вам. Хорошо, значит, до свидания. Рад знакомству, дедушка. Всего доброго вам. До свидания. Вам тоже. Слава Украине. Я тоже рада. До всего хорошего. Я вас буду часто теперь видеть. Все-таки родственники. Хорошо, да, познакомимся. Если что, спрашивайте, что там, как в сексе, я опытный, все расскажу. До свидания. Да. Хорошо, спасибо. До свидания. Да.